Кому подходит процедура увеличения филлером объемом 0,5 мл? В этом Reels вы узнаете, зачем пациенты к косметологу приходят еще, еще и еще. Я косметолог и ординатор пластической хирургии. Подпишись, у меня много полезной инфы о косметологии. Давайте сразу определимся. 0,5 мл филлера нужно не для увеличения, а для увлажнения слизистой губ. Для тех, у кого сморщенные, обезвоженные, сухие губы с шелушением и трещинами. Я сам себе колол губы, у меня то же самое было. Ну и для тех, кто не хочет объема от слова совсем. В предыдущем видео я рассказывал, что после первой процедуры 50% препарата уходит вместе с отеком. И в итоге у нас остается 0,25 мл на обе губы. Это настолько мало, что большинство пациентов... А что они делают? Читай в описании.